зимнего сезона. Соответственно, в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы городского округа Дмитрия Владимировича Волошина осуществляется на всей территории городского округа Химки, не только в микрорайонах Сходня Херсановка, но очень много делается и здесь. То есть и вчера в Подрезково были открыты хоккейные площадки, и сегодня здесь, в Херсановке, на Сходне, достаточно большое количество открывается в целях поддержки массового спорта на территории городского округа Химки. Этот спортивный праздник является частью и началом больших торжеств новогодних. Дмитрий Владимирович Волошин, глава городского округа Химки, предложил подарить людям праздник, сделать новогоднее чудо, чтобы каждый житель нашего городского округа это увидел. И мы проводили опрос жителей, в котором приняло участие 1500 жителей, и они проголосовали для того, чтобы нарядить во дворах елки.